Друзья, мы приветствуем вас на нашем канале. На нашем канале каждое утро появляются самые свежие новости из жизни российских звезд. Сегодня рано утром пришла печальная новость о всеми любимом российском актере Дмитрии Шевченко. Дмитрий Шевченко – один из самых популярных российских актеров, который снимался за свое время во многих российских сериалах и фильмах. Нам сообщают о том, что еще вчера вечером на одной из съемочных площадок в Санкт-Петербурге сильно пострадал российский актер Дмитрий Шевченко. В результате падения с небольшой высоты он сильно ударился головой об деревянный пол. После этого на скорой помощи он был госпитализирован в одну из больниц города, так как начал жаловаться на сильные головные боли. Сейчас он находится в больнице, за ним присматривают российские медики. Об остальном, друзья, уже завтра утром на нашем канале появится продолжение этой трагедии. Следите за нашими новостями, которые выходят на нашем канале каждое утро. Давайте поддержим Дмитрия Шевченко, будем надеяться только на хороший исход этого события. Подписывайтесь на наш канал, будьте всегда с нами. Берегите себя и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.